Никогда не скрывала свой возраст и сейчас не скрываю. Скоро мне 62. Я обожаю свой возраст, обожаю его за свою свободу, за возможность жить так, как я хочу. Дети выросли, они уже самостоятельные. У меня замечательные внуки, которых я очень люблю, но ответственности за них я уже не несу. Я живу для себя. Я живу для того, чтобы жить так, как мне хочется. Мне не перед кем отчитываться. Мне всплевать, кто что про меня скажет и сделает. Если я ухаживаю, то я ухаживаю сама для себя, за собой. Не для кого-то, не для чего-то. Это так круто. Это, знаете, это вот и есть то самое главное ощущение свободы. Поэтому не бойтесь эти года набирать, не бойтесь о них говорить. Это на самом деле очень классно. Ну, конечно, очень важный момент – это чтобы вам было интересно жить. Мне жить очень интересно, потому что то, чем я занимаюсь, это работой назвать нельзя. Это моя любовь, это дело моей жизни, это очень круто.